Запахняло в повіле єсені, з вятрем зимним улетів слов сенс. Так быть мусі, нічого не могу już змінити, брилянти на кінцях твоїх рез. Всім-всім привіт, з вами Кейн, і сьогодні ми продовжуємо проходити второго Ведьмака. В прошлой серії ми... Медальон? А, ну он дергается на Филиппу. В прошлой серии мы пообщались с Филиппой, пообщались с Цинтией, которая является помощницей в этом плане Филиппы и ее же ученицей. Так, ну попали мы сюда совершенно случайно. На самом деле мы искали выход из города. О, уже стемнело, да? Ночка. И хотели, собственно, поохотиться на гарпи. Кайло? Кто роды? Один другого чуднее. Это про нас, что ли? Так. Так, чистотел, белиса. Все как обычно. Доброе утречко. Утречко. На дворе ночь. Уроды. Один другого чуднее. Ты спишь с открытыми глазами, а, чувак? Ладно, неважно. Так, давайте убираться все-таки из этого города. Он меня, если честно, довольно так сильно поддостал. Я хочу уже на кого-нибудь поохотиться, с кем-нибудь посражаться, с кем-нибудь побиться. Так, как же нам из него выйти? Здесь сзади нас должен быть маленький такой проход. Да, если мы пройдем через него, пройдем еще здесь. И попадем к воротам. Вот они ворота, по идее. Да. Сзади нас. Где-то вот здесь вот проход. Он. Давайте карту посмотрим еще раз. Нет. Вот этот, по идее. Да, вот он проход. Да, вот он торгуется, и здесь ворот. Смотри, не выделывайся. Да ладно. Я тут просто порую ваше дерево, дратву, кожу, железную руду. Ох, сколько здесь напитков, эликсиров. Так, ладно, давайте выходить из города. У нас, правда, и в городе осталось много квестов, но... Здесь уже довольно долго торчим и... Пить будем. Пойдем напьемся. И возвращаться сюда будем еще много-много раз. Так, это что? Круг силы. Отлично. Итак, мы наконец-таки на свободе. Вне города, сожженная деревня. Что мы тут делаем? Меня интересует задание на гарпии. Королевская кровь, где же три, свечный бой, вопрос жизни и смерти. Контракт на гарпии. Угу. А на карте нам отметку не сделают, да? Да нет, конечно. Ладно, давайте просто... О, призраки. Да, мы уже забыли про вас. Тихо, угомонись. Я не за тобой пришел.
Так, понятно. Покоя здесь нам не будет. Так, а где же нам гарпи-то искать? Говорили то, что здесь есть какая-то пещера, в которой, собственно, не обитают. Нечего здесь высматривать. Эльфийский патруль. Эльф, видимо, Йорвита. О-о-о, нет, спасибо. Пойду-ка я отсюда, сражайтесь там сами, как-то их там слишком дофига. Так, куда мы вообще бежим-то, а? Бежим, бежим, ну ладно, бежим, самое главное, что бежим, да? Узнать больше о гарпиях. Ну, нам бы встретить парочку гарпий, ну, тогда бы мы ее узнали. Так, куда там пришли? Нужен ключ. Похоже, шахты. Да, это похоже, шахта. Чтобы сюда попасть, нам надо поговорить со старостой города. Так, давайте посмотрим, где они находятся, запомним это место. Да недалеко, кстати, тут так-то. Угу. Ладно, что там за домик? Так. Так. Наверняка возле этого домика тусят призраки. И не один, а довольно много. Ведьмак, нет, смотри. У меня есть для тебя работенка. А почему ты говорить как таджика? Давай. Ты что говорила о какой-то работе? Вот именно. Задача специально для тебя. Я знаю одного коллекционера в Венгерберге. Он хорошо платит за разные диковины, связанные с чудовищами. Яд крабопауков? Сердца накеров? Это легко. Перья гарпий. Понятно. И почему именно перья? Никогда не спрашивал. Есть такой заказ, вот и все. Возьмешься? Сколько я за это получу? Давай договоримся так. Ты принесешь мне несколько добрых перьев на пробу. Я тебе заплачу. И если мы оба останемся довольны, то дальше будем смотреть по обстоятельствам. Добре? То есть нескольких перьев ему не хватит? На самом деле нужно больше, так? Скорее всего, да. Так что? Я не могу ничего обещать. У меня есть дела поважнее. К твоим услугам. 12 перьев гарпи отдать их. Эльтон, у тебя зовут Эльтон? Привет, Эльтон. Не люблю работать через посредников, но... Похоже, выбора у нас особого и нету. Как ты тут вообще выжила? Уже везде призраки сношаются. О, что я сказал. Бродят, а у тебя даже двери нету, а? Смотри-ка. Ну ладно. Медальон дернулся. Медальон дернулся, отлично. Что это? Камень. Но я не могу использовать его никак. Ох. Гарпия. А вот они, гарпии, смотрите-ка. Да, мы нашли их, отлично. Так, только мне бы не хотелось вступать в бой без эликсиров. Давайте отойдем маленько. Попробуем помедитировать. Нет, нельзя. Сейчас сможем, да. Так, эликсиры, эликсиры. Ну, в принципе, стандартный набор пока. Ласточка. Грач. Смотреть зелье петь. Нет, и вога. Вог давайте добавим. Все это выпиваем.
Также наложим на меч какое-нибудь масло, чтобы урона больше было. Так, по-моему, гарпи это тоже обычное чудовище, и с ними мы будем воевать с помощью серебряного меча. Усиление для доспехов. Что ты нам дашь? Рунный знак. Давайте наденем. А, мы уже не можем. Ну, ладно, неважно. Куривое масло. Кровотечение. Максимальный урон, значит. Давайте-ка наложим вот это. На серебряный меч. Отлично. Ну и сохранимся, конечно, да. На всякий такой пожарный. Ну, как на всяких пожарных. Точнее всего умрем, но... Пробуем без этого. Смотрите-ка, меч так засветился красным от масла. Клево. Люблю такое внимание детали. Так, ну они довольно слабые пока. Еще желающие есть? Почему мы крылья не можем подобрать? Оу. Эриния. Что-то как-то просто. У нас уровень сложности. Это какой стоит? Нелегкий? Нет, средний. Ну ладно, может быть просто у нас. Ну, у нас меч, конечно, получше, но с другой стороны, это более высокоуровневая локация. И здесь, по идее, мобы должны быть более сильные. По всем законам жанра РПГ, да. Так, но... Где у нас контракт на гарпии? Узнать больше о гарпиях. Сейчас мы как-нибудь и узнаем. Перебьем несколько десятков штук и узнаем, да. Медальон. Медальон. Здесь где-то дернулся. Да какие-то камни. Вот что с ними делать? Их, то есть, не использовать пока нельзя ничего. Видимо, время одного из заданий они нам понадобятся. Но не сейчас. Кстати, надеялся то, что они будут выглядеть более красиво. Но здесь они довольно-таки страшные. Пролетите, нет? Летят. О, сколько летит-то, а? Ну что ж, ладно, это прям вызов. Довольно легко убиваются. Сложности не возникает с ними. Так, у нас задание продвинулось. Теперь, приводя время на Нагер, не отказывается от заказов. А, гарпи обитают не на недопустимых, на недоступных скальных полках. Геральт не мог забраться в их гнезда. Это значит, что крылатые твари сами должны себя погубить. Он решил воспользоваться старым ведьмачьим способом сделать ловушки для гарпий. Сказано, сделано. Понятно. Где-то я видел, кстати, рецепт на эти ловушки. Так, ладно, довольно. Дайте мне собрать тут добра. Так, нет, еще. Угу. Так, ловушки для гарпи. Давайте посмотрим, у нас есть вообще этот рецепт или нет. Так, подождите-ка, мы уровень, что ли, подняли? Да, похоже.
подняли уровень. Или у нас талант один просто остался нераспределенный. Вероятность критического удара плюс 15. 15% критического удара — это очень неплохой такой шанс. Качаем. Так, 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 зря я вышел. Мне нужно... чертеж на ловушке, на гарпе. Денег у нас 800 арен. Почти 900. Масло, кожа, на-на-на, бешенство. Картечь. Красная мгла, накидка, балансированный нож, мангус. Когтезуб, ласточка. Нет, похоже, у нас нет этого рецепта, но я помню кузнеца, который, в принципе, продавал этот рецепт на них. По-моему, стоил не очень дешево и... Перфекционист. Что за ачивмент? Убить 10 противников подряд, не потеряв здоровья. Окей, отлично. Так, нет, убери меч. Он нам не нужен. Думаю, мы, кстати, сменим знак. Обычно мы всегда использовали квен. Защитное заклинание. Огненное заклинание мы тоже использовали. Очень часто магическая ловушка обездвиживает, ранит врагов. Отбрасывает, оглушает врагов. Давайте попользуемся ардом. Интересно, что он вообще может сделать. Так, ладно, ну с гарпием понятно всем пока. Можем только попробовать собрать 12 ихних перьев. Если мы уже не собрали, конечно. Сколько у нас перьев? У нас 31 перо... 31 первого гарпи, да, и теперь мы можем, видимо, сделать этот квест. Давайте вернемся к этому мужичку. Если, конечно, вот там не раздрали какие-нибудь монстры. Он живет в домике, у которого. В котором нет двери. Просто нет двери. На его месте я бы сказал бы Геральду. Дверь мне запили, чувак. Так, ну ладно. О, как-то там, кстати, темно, странно это все. Странный ты мужик, да неплохой, сразу видно. Но ты тоже странный, как ты живешь в доме, в котором нету двери, а? Я принес перья. Добре. Ай-яй-яй, великолепное качество, то, что нужно. Я заплачу за каждое. Хочешь заработать больше? Хочу. Принеси мне еще, еще перьев. Так, договорились. Хорошо. Арены на дороге не валяются. Вот и ладно. Я буду ждать. Странный ты мужик, да неплохой. Сразу видно. 60 перьев. Так, ну ладно, этот квест мы будем делать, когда у нас будут ловушки на гарпи. Ну, сразу, чтоб два в одном не мучиться долго. Так. Давайте посмотрим, что у нас. Что у нас за квесты есть еще. Контракт на гарпи, ну понятно. На верген. А, это бы и на руках. У нас только контракт на гарпи есть. Что ж. Что ж. Какие у нас тут еще тогда квесты есть? Ладно, наверное, будем делать этот квест. Пойдемте посмотрим ловушку, что для нее нужно, какие ингредиенты, сколько стоит рецепт. Надеюсь, он не очень дорогой. Потому что мы далеко не богаты. Сколько он нам заплатил? Я как-то не обратил на это внимание. Заплатил нам немного, где-то 30 арен. Эльфийский патруль. С
Сожженная деревня. Так, где вход в город? Здесь мы были, здесь появляется куча призраков. По-моему, они тут появляются бесконечно просто. Поперебить их не получится. А, я вспомнил. Здесь было как бы круг урона. Не так он, конечно, назывался, но смысл в том, что он повышал наш урон. Сейчас нам он не нужен, потому что мы идем все равно в город. Воевать мы не будем в ближайшие дымы-то ни с кем. Да, вот здесь кузнец был. Как бы он... Да, он кузнец, но он еще крысолов. Нас так интересно приветствовал, говорит. Привет. Ладно, я забыл, как он нас приветствовал. А его сейчас и не будет, да, из-за того, что ночь. Ладно, давайте. Давайте подождем до утра. Да, вот он, ухач. Так, у него есть 7 ловушек на гарпии, но этого мало. Да, вот он, чертеж. Стоит 200 единиц. Давайте его купим. И уже в следующей серии мы пойдем, делаем ловушки и будем уничтожать логово гарпии. На этом сегодня все. Я надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, ставим лайки, комментируем, не забываем подписываться на канал. А с вами был Кейн. Всем удачи и пока.